Солнце мое, здрасте вам с Одессы. Ребята, короче, смотрите, закрутили маринованные огурчики. 14 баночек получилось. Красавчики один в один, вот эти зеленцы, да? Вы же помните, я вам их показывала, когда мы приехали с моря. Тут и чесночок, и перчик, зеленушечка. Ну, все, все как положено. И делала я их по рецепту нашей зрительницы из Киева. Короче, что она сказала? На литровую баночку столовая ложка соли, никакого сахара, ничего больше не добавлять. И 30 миллилитров уксуса. Попробовала. Посмотрим, что получится. А в эти вот баночки, здесь Костя подписал, здесь, значит, я добавила еще чайную ложечку сахара. И вот он, видите, как, чтобы мы не перепутали, подписал. Вот такие красавчики получились. Слышите, остались у нас вот огурчики. Смотрите, красавчики какие. Ну, а мы вчера с Костиком были на рынке киевский. И захотелось. Мы спросили цену, значит, 100 гривен вот такой вот маленький. Вот такой вот. А вот эти вот покрупнее 80 гривен. Ребята, это дорого. Их нечего делать, сделать их дома. Я вам сейчас все покажу. Это делается все за 5 минут. Короче, берем чистые бутыльки, сюда в бутылечек, перец горошком, жменьку, душистый перчик, ну штучки 4-5, так, зонтики укропа, листочки вишни. Так, я их порву. Так. Листочки черной смородины. А, это уже этот самый хрен. Листик хрена. Так, смородина. Хрен. Что тут у меня еще есть? Веточка сельдерея пусть тоже туда идет. Острый перчик я по половинке. Можно еще меньше, но Костя хочет остренькие. Ну, ладно. Ой. Так, что там еще? Чеснок. Чесночок. Вот так вот раз. Понадрезать, чтобы он лучше отдавал свои запахи. Все. Теперь, Костечка, укладывай давай огурчики. Это у тебя хорошо получается. Помощничек. А ты бутылек вот так потруси, потруси. Об стол побей. И они так раз-раз-раз утрамбуются. Да ты что, дурная. Да не так, вот легонько. Чук-чук-чук-чук. Ой, господи. А потом еще так. Не, так не надо, так не надо. Просто плотненько укладывай, да и все. А ты песню знаешь про горсты? Что ты не поешь? Яку? А я знаю. Яку песню? Про какие огурцы? Песня про огурца, знаешь? Нет! Да ты что? Ну спой! Не знаешь песню? В траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Песец! А ты не знала? Как это? Я даже не могла подумать. Ну это просто какой-то трындец. В детстве хоре пел. Вот оно, оказывается, что. Запевала и было. Ну вот так вот. Все, хватит. Не надо больше. Да, да, все. Огуречек, кузнечик. Комедия. Вот рассмешил, да? Блин, со своим кузнечиком, огуречиком. Это что-то. Ребята, все. Теперь сюда. Раз. Два, три столовые ложки соли на трехлитровый бутылечек. И сверху опять вот эту вот всю бадью. Так, листики. Чеснок еще сверху положу. Листик вишенки. Сюда, кстати, забыла положить сельдерей. Все, и... конец, ой, вверх, вот так вот листики хрена, видите, вот, чтобы оно типа как бы не закисало. Заливаю холодной водой, любой. Если у вас нет вот такой, как с бутля,
заливайте с крана, да и все. Никто это раньше никогда не делал. Это мы в бювете набрали, так я залью уже этой. Обычной холодной водой заливаю бутылечки, все. Ребята, у нас сегодня погода шепчет. Она шепчет реально. Я посмотрела на градусник, 31 градус тепла. Я сейчас быстренько вот это вот заканчиваю. И мы едем на море. Поехали с нами, хорошо? Смотри, я налила не до конца, не вот прямо не до верху. Потому что оно будет играть еще. Оно будет все кипеть и будет это все вытекать. Все, накрываю крышечками. Костя, что ты за крышки дал, блин? О, это закрылось, это вся какая-то... Я закрою сейчас. О. Ничего... Нет, закрылось. Все, ребята, один я сейчас поставлю, вернее, Костя поставит на самое солнышко туда в огород, чтобы они быстро. А этот в тенечек, в прохладное место, чтобы он немножко подольше, потому что один за другим, чтобы мы кушали, вы поняли? Этот прокиснет быстро, а потом этот... И так пойдет. Все, ребятки, надо собираться на море. Ты что, это как индиан? На голове? Кто там носит на голове? В каких странах? Вот так соль. Соль переколопуцается. Да, 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 да. Ставь на солнце. Выбери самое солнечное место и ставь. На крышу. Давай на крышу. По крышам у нас ты бегаешь. Че это я бегаю по крышам? Здрасте. Ну ты ж поешь по крышам бегать. А, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу. На самокате мчаться по двору. О, вот туда можно. Ну так, конечно, я тебе сразу сюда и сказала поставить сюда вот на плиточку. Все, вот так на солнышке пусть стоит себе и квасится. Слушай, вот тебе и гладь. Я же просила гладь на море. Вот, пожалуйста, по моему заказу шторм прекратился. Смотри, какая красота. Море тихое-тихое. Суперовское. Людей полно. А у нас сегодня какое число, Костечка? 21-е уже. Небо у нас такое, ну, облачка такие перистые, немножечко закрыли сейчас солнышко, но все равно очень-очень тепло. В незнакомых местах не надо в драки вмешиваться. Вставай, ты Миша. Поднимайся, ты Миша. Ну, я жду тебя. Видите, тут целая процедура. На канатике, все на морские узлы. Ты когда начнешь морские узлы показывать, учить, как тебя надо зовить? А? Нет, зрителей. Каждый ролик раз вставил себе, как узлы завязывать. Морские. Ну, в общем, жарко, погодка супер. Сейчас мы идем в море. Купаться, потому что вода теплая, вон люди прямо сидят в воде. Класс! Ребята! Вот что мы сегодня на море. Слушай, ну ты крутую купил рыбку. Что это? Как называется? Не знаешь? Лещ. Лещ? А ты что? Обалдеть. Смотри, аж запотела. Смотри, какая. Был судачок такой маленький, но сухой. Да не, я не люблю сухую рыбу. Я знаю. Я люблю жирненькую. Вот этот вот. Да ты что, вообще класс. А я хвост не люблю, я люблю серединку, там где ребрышки. Я люблю хвост. Или вот сразу же после ребрышек вот этот вот кусочек. А вот это я уже все, я это не люблю. Вот этот мой кусочек самый любимый. Вот, как раз ребрышки заканчиваются. А ребрышки самые вкусные.
Слышишь, меня там один зритель спросил: блин, как вы все успеваете? Вот так и успеваем. Утром что-то сделали, огурчики замариновали, да, засолили. Приехали на море, пиво с рыбкой попили. Сейчас приедем домой, опять надо будет работать. Так и живем. Да. Рыба супер. Просто супер-пупер. Давай. Слышите, там нас смотрит Валентина. Валечка, привет тебе. Она мне пишет. Говорит, вы меня разоряете. Я на вас дивлюся. И у меня такой аппетит разыгрывается. Тоже хочу пива, рыбы. И я бегу в магазин и вчера 3 евро потратила. Вы меня разоряете. Валюша, мы тебя опять разоряем. Беги в магазин. Привет тебе с Одессы, дорогая. Тут такой ляш. Такой лящ. Такой лящик. У нее там сегодня красная рыбка. Тоже хорошо. Да, писала, хвасталась. Ребята, посмотрите, какая к берегу медуза подошла. Ой, какая красавица. Ой, как она мне позирует, хорошо, прелесть. Солнышко немножко зашло за дымку. Облачка такие легкие-легкие. Но все равно очень-очень тепло. Ветра вообще нет. Ну просто вообще. И море успокоилось. Так я и хотела по моему заказу. Вода теплая. Сейчас буду делать замер. На воздухе он показывает 30 градусов. То есть это абсолютно комфортная температура, да, для воздуха. Это просто супер. Сейчас посмотрим, что в воде. Это та же самая или это другая? Посмотри, боже мой, она прямо выпрыгивает из воды. Ой, какая, как она себя хорошо показала. Ой, смотрите, ребятки, как она позирует. Ой, ты же умница какая. Температурка 23 градуса. Водичка тепленькая. О, а вот эти вот водоросли, смотрите. Раньше тут же лазили мы по скалкам, по пирсам, по волнорезам. И если поцарапаешься или порежешься, там, да, мидию, ракушку, сразу же на ранку вот это вот так раз, приложили, вышли под солнышко, оно засохло, все, это лучше любого йода. И зеленки. Кровь сразу же останавливается, ранка заживает быстро. Вот эта вот травка, она лечебная. Травка водоросль. Я не знаю, как она называется. Вот такая. Как пластырь. В детстве это был наш пластырь.
Я не поняла, что там за шухер возле кости. Я не поняла, что за шухер возле тебя тут собирается. Привет, ребята. Инка, привет. Коля, привет. Пришли искупаться. Ну, молодцы, правильно, мы уже давно тут. Мы были на базаре. Мы уже пиво все выпили, вы только явились. А нам мы обойдемся. А не пиво, я тоже какое-то. Мне сказали, что моя бабушка еврейка. Я им показала фотографию, а ее зовут Вера Авраамовна. И что, они правильно сказали? Правильно сказали? У нее, я посмотрела свидетельство, у нее свидетельство, что она русская. Она просто родилась в Самарканде. А кто был ее отец? Вот такая я, что я не знаю истории своей семьи. Вот у меня то же самое. А есть у меня все равно еврейские. И Авраамовна, что ты хочешь сказать, что у тебя нет... Авраамовна, да. Авраамовна. А я говорю, подождите, евреем был Авраам. Да посмотрите на этот профиль, тут же нечего даже говорить и рассказывать. Подождите, меня, когда сыну было 6 лет, он меня ударил бутылкой с молоком по носу. И у меня стал горбик, а раньше у меня такого не было. Не надо бы это самое рассказывать. Сказки. Может быть, мама Эмма, дочка Инна, тетка Нелла, что за имена такие? Я тебя прошу. А я говорю, подождите, а я показала бабушку, вылитая еврейка. Я говорю, что такое евреи хорошие люди? Да? Я, например, считаю, что они порядочные, умные, чувство долга, чувство, что нет. Я сегодня сняла, они такие огромные, такие красивые. Да, это они, это они. Да, как водичка. Хорошая вода, да? Я тоже купалась, получала удовольствие. Ну, 30 градусов сейчас, вот сейчас на воздухе 30 градусов. Мы вчера купались. 23 я замерила. А где, у вас градусы с тобой? Ну да, 23. Я завтра тоже проверю. Да. Ребятки, пока-пока, до встречи. Хорошего вечера всем, пока. Мы едем домой перцы закручивать. Там же перцы надо делать. А ребята, видите, тоже уже собираются домой. Иди твою 20 налево. Таки здравствуйте. Здравствуйте. Сколько можно уже работать? Я маньяк трудовой. Красота. Посмотри, какая красота. Заходите к нам на брезент. Купались. Ну и мы купались. На меду столько мама не горит. Он не купался. О, я сегодня таких медуз огромных видела, красивых. Боже мой, это красота. Фиолетовых. Да, да, да. Здравствуйте. Это... Синих. Да, такие красивые, огромные. Вот такие как... вот, наверное, по 5 килограмм. Да, пузатые, да. Капец. Нырять нельзя, я боюсь. Я даже побоялась на глубину. Не, я видела всего только 2 штуки. Там на солнце погнали мы. Красунька.